Днем в районе 12 часов противник применил крылатые баллистические ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объектам гражданской и критической инфраструктуры города Киева. Силами и средствами воздушных сил вооруженных сил Украины было из 11 выпущенных по Киеву ракет было сбито 11 ракет. Ни одна из ракет не достигла своей цели. Я, конечно, понимаю, что сегодня у рашистов идея фикс. Это то же самое, что было, пройдет, вы не переживайте. Мы теперь умеем бороться с любыми типами ракет. Пройдет, я имею в виду, в том плане, что напомню, какая была истерика буквально по поводу появления «Хаймарс» систем в составе вооруженных сил Украины. Сколько их, даже приводили статистику, журналисты не поленились и посчитали, что по словам Коношенкова, это рупор Министерства обороны Российской Федерации, 70 пусковых установок «Хаймарс» уничтожено на сегодняшний день. Сбита половина всех снарядов, которые выпустил «Хаймарс». Ну, у нас их было чуть-чуть больше 20 и есть. Ни одна установка «Хаймарс» за более чем за 9 месяцев применения даже не получила повреждений. Поэтому я говорю, что вы привыкнете и привыкнете к «Патриотам». Я понимаю, что сейчас идея фикс уничтожить комплекс «Патриот». Да, удалось, когда были применены 6 кинжалов одновременно, удалось падением одной ракеты, сбитой, кстати. Она сдетонировала, осколками зацепила один элемент из целого комплекса. Машина была отремонтирована на месте, без каких-либо там отправок. И комплекс прекрасно существует и прекрасно функционирует. Шойгу просто заявил, что сбили все ракеты Storm Shadow, которые не видит российское ПВО, ни один комплекс не видит их. Вот такая реальность на сегодняшний день. И уничтожен комплекс Patriot, успешно уничтожен в воскресенье комплекс Patriot. Вчера был понедельник, и вчера комплекс прекрасно работал, уничтожив 11 баллистических целей, выпущенных по столице Украины, по нашей столице, по городу Киеву. Так что пройдет, не переживайте, понервничайте и перестаньте, привыкните к Патриотам, никуда не денетесь. Как говорил Путин, нравится, не нравится, терпимая красавица, но Патриоты работают. И никаких повреждений они больше не получали. Кроме всех этих ракетных, шахедных и других атак по нам, противник нанес 62 авиационных удара за прошедшие сутки и совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения в результате этих ударов, повреждены частные жилые дома и другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 27 вражеских атак. Надо отметить, что интенсивность боевых действий немножко упала. Но разберем более подробно по оперативным направлениям. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях тут противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Также за прошедшие сутки противник нанес авиационный удар по территории Харьковской области, совершил минометные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сумской области и, опять же, Харьковской области. На Купянском направлении тут противник пытался вести наступательные действия в районе Масютовки и успеха не имел, понес потери и откатился на исходные положения. Также нанес авиационный удар по Стельмаховке и вел артиллерийские обстрелы вдоль всей линии боевого соприкосновения. Линия фронта на этом направлении за прошедшие сутки не изменилась.
Лиманское направление. Здесь в течение прошлых суток противник наступательных действий тоже не проводил. Точнее, здесь не проводил. Там пытался, но безуспешно. Нанес ракетный удар в районе Лимана. И нанес несколько авиационных ударов по Белогоровке Луганской области. Также городу Северск и Спорное Донецкой области. Ввел артиллерийские обстрелы вдоль всей линии боевого соприкосновения. На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Наносил авиационные удары, вел артиллерийские обстрелы, мы вели контрбатарейную борьбу. Авдеевская, в принципе, наверное, можно Авдеевское, Мариинское, Шахтерское направление объединить. Здесь тоже никаких существенных изменений. Боевая активность противника немножко снизилась. За исключением на Мариинском направлении. В Мариинке противник пытался атаковать. На остальных направлениях наступательных действий не производил. Линия фронта изменений не претерпела. Вообще, надо отметить, что на всех вот этих самых четырех тяжелых направлениях противник в основном перешел, сбавил наступательные темпы, очень сильно сбавил. На Бахмутском направлении продолжает пытаться вести перегруппировку войск. Но на данный момент взамен наступательным действиям возлагает большие надежды на дистанционное воздействие. То есть артиллерия и авиация работают по нашим позициям. Мы отвечаем, наша авиация тоже работает и артиллерия тоже работает. Особенно мы устроили охоту за средствами радиоэлектронной борьбы, связи, управления и артиллерийскими системами. Запорожское и Херсонское направление. Здесь тоже без существенных изменений. Позиционные бои на Запорожском направлении, перестрелки. И на Херсонском направлении авиационные удары со стороны российских оккупационных войск. И артиллерийские дуэли. Вот такая ситуация складывается на всех оперативных направлениях. Что можно охарактеризовать, общее, обобщить по ситуации на фронтах, то за последние сутки существенных изменений не зафиксировано. Хотя интенсивность обстрелов существенно не снижается. Но движений линии боевого соприкосновения практически нет. Фронт стоит. Сейчас главную роль играет артиллерия и средства контрбатарейной борьбы. То, что я вам говорил. Авиация работает и артиллерия работает. На основной упор сейчас делается именно на них, на дистанционные средства поражения противника. Скажу так, на мой взгляд, очень похоже на затишье перед бурей. Очень. Мы знаем, вчера там президент Зеленский огласил, в своем обращении объявил, что планы утверждены, даты определены. Так что, наверное, ожидаем. Вот это затишье, оно может быть и затишьем перед бурей. В акватории Черного моря находятся 4 носителя ракет «Калибр», общий залп которых может составить до 24 ракет. Об этом сообщают военно-морские силы Украины. По оккупированным территориям надо отметить, что противник ужесточил контрразведывательные меры во временно оккупированном Скадовске Херсонской области. Оккупант осуществляет массовые рейды по дорогам и квартирам местных жителей, проверка личных документов, мобильных устройств. Таким образом, оккупанты пытаются запугать местное население, выявить тех, кто помогает силам обороны Украины. Наша авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также за прошедшие сутки были уничтожены 4 вражеских разведывательных беспилотника разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и техники противника. Состав с боеприпасами уничтожен. 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.